Апельсин – это 10 лет эксперимента. Апельсин – это мое детство. Апельсин – это название нашего коллектива. Вы чё? Апельсин – это 10 лет моей жизни. Что такое апельсин? Апельсин – плодовое дерево вид рода цитрус, семейства рутовые. Апельсин для меня – это… Сладкий, хороший, оранжевый, хороший. Апельсин – это наш большой дружный коллектив. Апельсин для меня – это тигра. Это море позитива. Это развитие. Радость и… Для меня апельсин – это диатез. Это 10 ярких, творческих, интересных лет. Апельсин – это я. Это шум, это суета, это беспорядок. Вот что такое апельсин. Апельсин – это оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Апельсин – это халявное прогуливание школы. Что такое апельсин, мы еще не проходили. Апельсин – это эстрадная студия, которая радует своих горожан пением. Апельсин – это… круто! Апельсин – это рыжая вкусняшка. Апельсин – это позитив. Апельсин – это наш большой, дружный коллектив. Апельсин – это режиссер, руководитель по пению, хореограф и, конечно же, Андрей Лапшин, который угощает нас чайком с конфетками. Апельсин – это огромное волнение перед выступлением. Здравствуйте, дорогие любители музыки. Эти слова я говорю из бескрайних просторов Антарктики. И хочу вам сказать, что Саратов может по праву гордиться музыкальным коллективом «Апельсин» и его руководителем Алексеем Чернышевым. Извините, нам тут сейчас картина толкать. Дорогие мои апельсинчики, я поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам расти и развиваться дальше. Друзья, занимайтесь музыкой как можно чаще, чтобы потом не жалеть о том, что упустили время. Занимайтесь музыкой, танцуйте, пойте. Это сделает вашу жизнь краше и лучше. Поздравляем! Поздравляю! Апельсин для меня – это сегодняшние дети. Это Татьяна Юрасова, это Анжела Савина, это Алексей Чернышов. Это, конечно же, наш уникальный проект «Мюзик Винни-Пух». Это радость, это слезы, это эмоции детей после каждого спектакля. Я очень благодарна родителям, которые тратят столько времени на образование своих детей, которые уводят на наши репетиции, на наши спектакли, которые вкладывают свой труд, наше общее дело. И каждый ребенок, прошедший школу апельсина, я уверена, будет замечательным человеком, потому что они уже с малых лет знают, что такое труд. Если сказать мне, какое самое главное чувство у меня связано с апельсином, то это, конечно же, гордость. Гордость за наших детей. Эстрадная студия «Апельсин» для меня – это тот замечательный детский коллектив, который когда-то, теперь уже можно сказать, 10 лет назад появился в профессиональном учреждении культуры в Саратовской областной филармонии имени Шнитке. И тогда, наверное, никто не понимал и не верил, что у этого коллектива будет большое будущее. Но тем не менее, это замечательные дети, это замечательные руководители, те, у которых есть будущее, те, которые воспитаны именно на музыке, те, которые воспитаны на искусстве и на том замечательном слове, на творчестве. Поэтому я уверена, у этого коллектива большое будущее, у этих детей замечательная светлая дорога, и я уверена, что это именно они, наши будущие зрители в Саратовской областной филармонии имени Шнитке.